Альвин, я полгода слежу за вашим творчеством, я посмотрел все ваши видео, ну вот обратился только сейчас, даже сейчас волнуюсь. Я говорю, супер, поздравляю. А что так долго ждали? Я не знаю. Я говорю, а кто должен знать? Я говорю, вы что, наверное, думали, что спустится такая рука с неба, да? И Аллах скажет, вай, Ахмед, все, что хочешь, он мусульманин. Ну, нет, конечно, нет. Я не знаю, почему я так долго ждал. Вот смелости набирался. Я говорю, уважаемый, я процитирую вашего знаменитого пророка. Вот он сказал как-то. Вы же читали Святое Писание? Ну, да. Сказал, ты на Аллаха надейся, но когда буря в пустыне, ты верблюда-то привязывай. Понимаете, о чем? Я говорю, значит, вам так надо. Нет, мне очень надо. Я говорю, если вам надо, то вам надо. Понимаете? Или обращается клиентка. Поставила плюс в личку и пропала. Я ассистенту наказал, я говорю, если имеет место такое быть, я говорю, все, право бесплатной консультации ты передаешь следующему в очереди. Объявляется через 7 дней, здравствуйте, да, все, я готова. Я говорю, а где вы были раньше? Ну вот, как бы, я не знала, как вам описать свои проблемы. Я говорю, да чего описывать, вы плюс поставили, с вами связались. Ребят, камон, вы серьезно? Вы реально считаете, что я буду каждого из вас тащить в светлую, хорошую, благодатную жизнь? Без страхов, тревог, в достаток. Если вам это не надо, ребят, если вы относитесь к себе, к своей жизни, к своим проблемам наплевательски, вы думаете, мне не похер? Да, конечно, мне похер. Я обожаю своих клиентов, но тогда, когда они становятся моими клиентами. Это практически моя семья. Но не до этого. Понимаете? Жизнь – это героизм. Задумайтесь об этом. То есть, если вам это не надо, мне-то это зачем? Но это же абсурд. Ребят, камон. Ставьте плюс, стучитесь. Пожалуйста, не просирайте варианты. Потому что я не могу за каждым держать неделями право бесплатной консультации. Это нечестно по отношению к другим людям, и я этого не буду делать. И у меня это все выбирает система. Не я, не ассистент, просто система. Понимаете? Поэтому приняли решение, доводите до конца. Если нет, аривидерчи. Всем хорошего дня.